Спасибо большое коллегам за сегодняшнюю нашу совместную работу и за ваше участие в этой работе. Передаю слово председателю комиссии. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, да? Можно? У меня реплика маленькая. Потому пожалуйста. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи, транспортные, экономические коммуникации, которые предназначены 9-м пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. Но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он как раз говорил о том, что создаются условия в связи с признанием границ соответствующих, подтвержденных соглашениями, соответствующими еще с 91 года. И эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортной коммуникации. Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Ну, мне кажется, у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях. Пару слов. Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору «Север-Юг». Точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток-Запад». Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Спасибо. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении
есть только один случай использования слова «коридор», и в этом контексте это слово имеет особое значение, и это о латинском коридоре, который я повторяю, что должен быть, согласно трехстороннему заявлению, под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблокировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, да, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Еще хочу отметить очень важный вопрос в этом контексте. Вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха и в рамках международного механизма, я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом. Спасибо. Спасибо большое. Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение. Вы, если заметили, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было. Но я не могу это оставить просто без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону, хотя думаю, что многим это интересно. Но просто прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокирован. Что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот пограничный пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенди. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. А что касается коридора, о котором я говорил, Зангезурского, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора. Это наше право инициировать все, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами.